На заседании Комитета по экономической политике Законодательного собрания края министр планирования и развития Владимир Петраков представил проект постановления об утверждении стратегии социально-экономического развития региона до 35 года. Стратегия – это такой глобальный документ, который определяет только лишь векторы. А те мероприятия, которые будут заложены в основу, поступят на площадку законодательного собрания позже, в течение месяца. Тогда у нас с вами, как у жителей Забайкальского края, как минимум будет видение, а куда мы идем в каждой отрасли. По-настоящему была проделана большая работа, суть которой – определить сильные и слабые стороны социально-экономического состояния Забайкальского края. Подобный документ впервые разрабатывается у нас в регионе. На самом деле стратегия разрабатывалась в кратчайшие сроки для такого документа. Были и в связи с этим опасения депутатов. Наша основная была претензия депутатов к предыдущему документу, что не было анализа ситуации на текущий момент. Эти недостатки устранены. Стратегия начинается с анализа ситуации в регионе по всем сферам с 18 по 21 года. Это является основой для планирования дальнейших действий. В ходе работы над проектом стратегии развития были определены три приоритета и три стратегические цели социально-экономического развития Забайкальского края до 2035-го. Три приоритета и три стратегические цели. Три приоритета – это развитие человеческого капитала, повышение конкурентоспособности экономики, сбалансированное пространственное развитие. Каждому из этих приоритетов соответствует своя стратегическая цель. На 111 листах проекта подробно расписаны векторы развития по всем отраслям социально-экономического развития. Предполагается, что в ходе реализации плана стратегии развития произойдет увеличение валового регионального продукта Забайкалья, увеличится занятость населения, а также по замыслу разработчиков документа повышение качества жизни забайкальцев прекратит отток населения из региона и даже увеличит рождаемость. По ключевым инициативам – это создание 7 тысяч дополнительных мест в детских садах, увеличение субсидирования педагогов по программе «Земский учитель», оснащение и капитальный ремонт 626 зданий школ к 2035 году. Реализация стратегии позволит обеспечить рост экономики края и позволит к 2035 году достичь увеличения ВРП и роста дохода населения в 2,5 раза. Продолжительность жизни увеличится более чем на 11 лет и снижение уровня бедности в 3 раза. Проект стратегии развития поступил на рассмотрение в законодательное собрание края, где депутаты примут его за основу стратегического развития региона. Но даже сами разработчики понимают, что, как бы прекрасно ни выглядел этот документ на бумаге, при выполнении положений проекта суровая реальность внесет свои коррективы. Дарья Калинина, Юрий Житлухин, Алексей Павлов, ЗАБ ТВ.